спец. Я закончил военно-медицинскую академию, 17 лет служил в армии. Потом работал на различных должностях в московском спорте, потом в олимпийской команде сборной России по сноуборду, дисциплина слоупстайл. И параллельно год работал диетологом у биатлонистов, да, олимпийской команды. Потом поступило предложение Сергея Викторовича Федорова возглавить медицинскую службу хоккейного клуба ЦСКА. Так я пролетел мимо Олимпиады. И, соответственно, приняв это предложение, и закончилось это тем, что я стою перед вами. Я занимаюсь такой интересной темой, она называется «Формирование нового пищевого поведения». Мы сразу с вами обговорим, там, да, отсечем проблему диет, потому что диетология разная, разные взгляды. И вот мы пару слов перекинулись с ведущим о том, что, безусловно, в ран-движении все знают, наверное, да, Эдуарда Безуглова, там, да, врача сборной России по футболу, причем главного врача, он занимается этим делом, в Фейсбуке все это выкладывает, там, да, все ваши белковые, углеводные, как это, жиры сгорают в пламени углеводов, да, есть такое биохимическое выражение. Соответственно, для затравки, я думаю, что, давай вот этот первый сайт, да, да, вот, мы поговорим с вами, что любой движение, которое вы делаете в диетологии, совершенно любое, абсолютно, какое бы вы ни делали, какая бы диета ни была, как вы бы ее ни назвали, там, чтобы она должна выполнять одно самое главное качество и требование диетологии – это обеспеченность. Очень много в спорте по этому поводу царит споров. Все всегда мне рассказывают про воеводу, да, и очень-очень такая тема мясо, да, сыроедение и все другое. Я видел лично в Сочи, не на Олимпиаде, но до Олимпиады, я же был в сноуборде, видел спортивное питание воеводы. Я могу сказать, что у воеводы очень дорогой стул и дорогая моча, да, потому что спортивное питание на много-много тысяч долларов, которые заменяют ему то, что он не ест. И мне там рассказывают про олимпийских чемпионов, их 7, да, которые не едят мясо. Но тем не менее, что бы вы ни придумали, рисовая диета, огурцовая, сметанная, кефирный день у вас, свободный день, или вообще ничего не едите, вы должны себя обеспечить. Если вы что-то не едите и не обеспечиваете, не восполняете это другими вещами, вы идете прямой дорогой к инвалидности, да, инвалидизации. То есть длительное отсутствие какого-то макро- и микронутриента обязательно где-то выстрелит. Какая-то будет болезнь, ну, там, сначала, как обычно, это там, сон плохой, не, там, недосыпание, там, все что угодно. А потом это, естественно, проявится на физическом уровне. Поэтому американцы придумали такую тему, как формирование нового пищевого поведения. Это таких 7 пунктов, которые между собой дружат, и можно договориться. Да? То есть, нарушив один, договориться с другим пунктом. Или, соответственно, нарушив 2 пункта, договориться с другими 2 уже сложнее, но тем не менее это все можно сделать. Главное, в общем-то, быть с собой в дружбе. Да? Поэтому основной постулат любого вашего движения, связанного с диетологией, вы должны себя обеспечить. Это касается очень часто вот голодных тренировок, да, когда люди тренируются, например, в свободные дни, когда, например, там, у меня свободный день, он кефирный или водный. Тут я столкнулся недавно с группой товарищей, у них лимонные дни, они пьют воду с лимоном, причем и, соответственно, добавляют туда зачем-то апельсин, мотивируя это тем, что гипервитаминоза С не бывает. Но это правда, как бы, да, апельсина можно съесть бесчисленное количество раз, и у вас не будет, ну, если вас не обсыпет там как-то, да, диатез, то, соответственно, честь вам и хвала. Ну, вот, значит, первый постулат – это обеспеченность. Что бы вы ни делали, то есть, если вы как-то пришли к этому, а пришли к этому, потому что вы обладаете пищевым стереотипом. Давай следующий слайд, пожалуйста. А можно этим? Ага, так. Вот так. Пищевой стереотип. Значит, да, да, это мой пациент. А пищевой стереотип, дело в том, что слово «пищевой стереотип» очень прикольное, потому что может быть правильный пищевой стереотип. Приходит пациентка и говорит: ты говоришь ей, там, вот сейчас мы эти пункты пройдем, она говорит, я так делаю, и вот так делаю. То есть, ну, а зачем тогда пришла? Там, ну, вот я хочу вот так. Да? То есть, а человек все правильно делает. То есть, она там начиталась там или интуитивно, неважно. То есть, пищевой стереотип может быть правильным. Да? То есть, человек приходит, говорит, здравствуйте, доктор, я вот так вот. И кто кого учит, непонятно на консультации. Да? То есть, как правило, там еще у нее нахватаешься, думаешь, ничего себе. Вот.
Я говорю у нее, потому что, как правило, естественно, большинство моих пациентов — это женщины, и спортсмены, и даже спортсмены. Соответственно, я прошу там, по гендерному признаку не делять, пускай будет у нее, да, все время. Не заострять на это внимание. Значит, человек приходит, и у него Рубикон, да, то есть он говорит: я хочу изменить свое состояние питания. Соответственно, все, что было до этого, вот он заходит в кабинет к диетологу или начинает новую жизнь с понедельника, это называется пищевым стереотипом. Мы разобрали, что он может быть неправильный и может быть правильный. Соответственно, когда правильный стереотип, ну это грустная история, потому что, как правило, человек начинает гонять лишнего, да, когда он неплохо выглядит, но пытается достичь еще каких-то себе сугубо поставленных задач. И здесь наша, конечно, наука очень сильно граничит с психиатрией, да, потому что, ну, ты все правильно делаешь, и убедить человека, что, ну, ты не можешь ему помочь и не знаешь как, невозможно. То есть ты либо плохой доктор, либо ты, ну, как бы не догоняешь. Соответственно, ну, такие товарищи наши любимые. Потому что, в общем, мужчин очень легко сейчас мотивировать, да, это вот там, мы уже там все смеемся в своем кругу, что, в общем, когда очень большой живот, да, то как бы человек там давно не видел свой детородный орган, а вот будешь ко мне слушать и будешь как бы, не только в зеркале, но еще сам можешь увидеть, да, женщинам это сложнее, но женщины, как правило, они умняшки такие, они не приходят к тебе первый раз. Они уже сидели на той диете, там, и, в общем, рассказывают такие истории: чужая мать и та заплачет. В общем, слушаешь и плачешь, потому что, ну, куда, ни в какой, в общем, это самое. И, в общем, так получилось, что, придя в ЦСКА, вы все знаете, что есть ЦСКА, это такая тема многогранная, и Роснефть, она продвигает не только хоккей, который там ей, значит, там нацепили, а и многие виды спорта, там фигурное катание и бокс, и в один прекрасный момент меня вызвал мой руководитель и сказал, что я должен помочь, значит, нашему прославленному боксеру, мы его называем Веткин, да, Александр Веткин, чтобы не говорить полное имя, чтобы помочь ему, значит, с этим. Вот. Давай слайд, о котором мы с тобой говорили. Значит, прибой с Пересом, все мы знаем, чем закончился, да, в общем, я сразу прошу прощения за обрезание, да, это вот сейчас мы готовимся, ну, это инсайдерская информация, я не могу вам, естественно, это, здесь еще 4 исследования, которые до боя, дерется Саша 4 числа в Казани, да, с каким-то поляком, даже не знаю как это, ну, тем не менее, 22.01.15, Александра, значит, жировая масса 29,8 килограмм, да, безусловно. Мы сейчас к диагностике вернемся. Я просто покажу, чем я занимаюсь, да, чтобы было наглядно. И такой вроде как по ветке наличие, значит, все нормально. Да? Вот. Значит, активная клеточная масса 43,1. Дело в том, что у нас был биоимпеданс. Мы сейчас разберем биоимпеданс в диагностике. Его 2009 года. И когда все это сложилось, я позвонил со своим боссом. Они говорят: слушай, ты не трогай его состояние питания, потому что это невозможно. Да? Человек олимпийским чемпионом стал давно, причем там не вышел на ринг биться, там, да, ну, неважно. И, ну, нельзя трогать. И, в общем, они поехали в Казахстан, все выполняли, что мы делали, а какой-то прибор там у них есть, который сказал, что он должен весить 106 килограмм. Я не знаю, что это за прибор, не видел. Ну, в общем, приехали с исковыми 106 килограмм, и тут, бац, мы замечаем, что 1,3 килограмма он потерял. Ну, вот потерял и все, то есть это самое. Но тут, естественно, диетологические реваншистские настроения возобладали, и я предложил, значит, замочить Сашу, как бы, да, ну, засушить. Хотя этого делать нельзя, потому что теряются различные функции, там, скорость, все это самое. Но Александр неожиданно соглашается, и его, значит, 0,4, через месяц он теряет еще 3,3 килограмма, да, и выходит. Мы просили его с тренером по физической подготовке, по человеческим языком, чтобы он нокаутировал человека в третьем раунде, да. Он сделал это в первом, и, ну, сама работа пошла на смарт, да, потому что удар засчитали случайным, что просто попал, и вся вот эта работа, ну, конечно, она была, ну, и тем не менее, да, посмотрим пенас повнимательней, кроме жира, который вот он за 6 месяцев, делая 90% из того, что я сейчас буду рассказывать, потерял, получается, 4,6 килограмм жировой массы и, соответственно, активная клеточная 49,0, да, то есть 5,9 наросла активная клеточная масса, то есть, да, это мышцы. Он нарастил мышцы, и в сам внешний вид, сам Александр отмечает, что он давно уже не видел свои косые мышцы, да, то есть мы создали такую программу, которая позволила ему, в общем, выглядеть как спортсмен. Не так он как выглядит, как Кличко, да, там вышел такой Саня Мешок, Кличко спортсмен, а Саня Мешок, да? А тут вышел Саня спортсмен, и в первом раунде все закончил. Соответственно,
Давайте поговорим о диагностике состояния питания. То есть вот вы здесь собрались, и, естественно, надо понять, когда ты приходишь, говоришь, доктор, я ставите перед собой или перед доктором задачу, да? Я хочу выглядеть так-то или так-то, там, быстрее бежать, меньше весить, больше, там, ну, все что угодно, да? Соответственно, перейдем к диагностике. Хочу оговориться, что ее масса, да? То есть эталонным методом до сих пор является калипометрия, да? То есть это изменение складки. Это эталонный метод. Какие бы вы ни купили приборы, а их сейчас миллион. У нас у каждого есть весы, да? После этого лета мы, хоп, встали. Вот. У нас у крутых людей есть весы с такой штукой. Потому что она круче и дороже. Ну, понятно. Вот. Но есть очень сложное слово, я до сих пор не могу выучить, хотя миллион раз уже. Инфракрасным лучом в бицепс, да? Есть биоимпедансометрия. И, соответственно, очень много различных там, придумок, задумок. Но запомните, что эталонным методом является это калипометрия. Да? То есть если вы купите калипер, который стоит 3 копейки, и будете сами себя в местах замерять, то это будет самый эталонный метод. Он является самым эталонным методом. Но, тем не менее, мы пользуемся биоимпедансометрией, потому что товарищ, который придумал этот метод, Николаев, он там удачно попался когда-то. Я пришел на его конференцию, мне это понравилось, и когда у меня есть вопросы, чем он мне нравится, я всегда ему звоню или прихожу и говорю, вот такая история, почему так, да, и мы можем там как бы двигаем вместе, и всегда можно свалить на автора метода, что вот он там, позвони ему, потому что, ну, я не знаю, почему так происходит, да. К большому сожалению, метод тоже имеет погрешность, а именно он считает весь жир, то есть человек приходит вроде бы такой тоненький, ну или там чуть тоненький, с толстой костью, скажем так, а жира много. А он считает, то есть жировая клетка, она же не только сумкованная, да, она имеет несколько этапов деления. То есть, и все, что не вода, не лимфа, не мышцы, не кости, да, они отдирают жир. И то есть человек так как-то обижается всегда, приходит, говорит, доктор, ну как, ну что это такое, ну я же так не вешу, ну посмотрите, я там может быть и толстый, но тем не менее. Вот, ну вот вашего склада человек, не так. Сразу хочу сказать, что программа «Спорт», да, рассчитана, то есть у нее немножко требования побольше. Мне всегда интересовало, никто мне не ответил на вопрос, как высчитывается вот жир в килограммах. Почему он хочет, чтобы вот именно у этого человека было от 7 до 14? Это неведомо. Видимо, это вариация случайных чисел, да, каких-то. Ну, тем не менее. То есть вот спорт. И давайте разберем, что вот человек приходит и говорит, в данном случае молодой человек 25 лет пришел, с тем, чтобы набрать мышечную массу, поводом этому стал развод с женой. Да, он развелся с женой и решил набрать мышечную массу. Ну почему нет, в конце концов. Вот. Значит, на что обращает внимание? Значит, вот фазовый угол. Очень интересный показатель. Это такой показатель, знаете, обучаемости нервной системы. То есть вот, кстати, парень 8-16, между прочим. Я работал в сноуборде, Вик Вайлд, у него 8-21, а у Лены Заварзиной, его жены, 8-03. У всех олимпийских чемпионов он как бы больше 8. То есть это такая тема обучаемости. То есть если тебе, вот мне, например, я вот в Свядосе, да, я никогда не играл в хоккей, у меня не было лыж, там ничего, да, дать клюшку, и у меня будет 8-16, то, как правило, и тренер мне скажет, там, брось в девятину, да, я, как правило, человек с 8-16 сделает это со второго раза. То есть первый раз он примерится, а со второго раза как бы попадет. Такие, вот, это фазовый угол, показатель. Соответственно, ну, это сложно, давайте просто аудитория, не будем там физические показатели, да, да, соответственно, да, и мне кажется, так часто на сейчас я расскажу еще 2 минуты, и потом кто-то сзади. А что такое фазовый угол? А? То есть, должен найти этот человек. В общем, у парня все неплохо. С восприимчивостью нервной ткани можно сказать, что на него можно насадить там все, что угодно. Таким людям хорошо даются языки, они очень обучаемые, да, в общем, как во всем. То есть ему можно поменять работу, и он на ней быстро преуспеет. То есть, ну, не тормоз, короче, да, по-нашему. Вот, значит, основной обмен 1650 килокалорий в сутку. Ну, а что такое основной обмен, мы все знаем, да, это если вы проснулись и лежите как сурок целые сутки, то вот такое количество килокалорий в сутки нужно для того, чтобы вас энергообеспечить. Вы ничего не делаете, даже в туалет не ходите. Все, в анабиозе. Вот. В принципе, для его возраста, а он такой, ну и, соответственно, веса, он очень, это очень неплохой основной обмен. Нам почему диетологам нравится хороший основной обмен, большой? Потому что он с ним... Вот его можно посадить на диету Майи Плесецкой. Это сын очень высокопоставленного человека. И он может заказать себе эту фирму, которая привозит 1205 килокалорий. Да, 5, ты тебе утром звонок в дверь, дзынь,
пакетиков 5, там у тебя завтрак, обед, ужин и 2 пищеварительных этих самых. И ты ни о чем не думая, завтракаешь, потом 11, оп, 15. И все, и там 1205 килокалорий. Ты только пьешь воду, сам должен, да? Больше ты ничего не делаешь. И, соответственно, у него первые 3 месяца будет хороший результат, потому что будет дефицит, да, калоража. Соответственно, и, учитывая 25 лет и некую адекватность, там, ГИМО, ну, я думаю, что адекватный, можно разогнать основной обмен. И это более функционально и физиологично. То есть на 10% это будет средний разгон, на 20% умеренный и на 30% выраженный. То есть если он хочет прям, ну, там, завтра быть Шварценеггер в 16 лет, да, то ему надо вот побыстрее бы его разогнать. Это достигается различными методами. Вот. То есть, значит, смотрим. 9,1. Это вообще прекрасное тесто, да, потому что здесь можно увеличить массу тела за счет жира, да, сказать, парень, ну поешь нормально там, да, хоть несколько раз, пускай он хотя бы посередине будет, да, то есть, ну что, не стесняйся, там, все нормально. Причем он там не спортсмен, такой житель там на R8 ездит просто и все, вот. Тощая масса, понятно, это вычли жир с общей массы. Активная клеточная масса – это все, что участвует в акте движения, в связке, мышцы, значит, там. С этим-то, парнем, все понятно, с нашим-то тестом чего? Сейчас мы сделаем, подождите, мы же диагностируем. Да, что такое фазовый угол? Вот. Доля активной клеточной массы – этот показатель говорит нам о том, что о работоспособности, то есть какие мышцы у него есть, он ими пользуется, да, и неплохо. Такая немножко американизированная тема – все, что зеленое – хорошо, все, что красное – плохо, да. А скелетно-мышечная масса – это вот только та мышца, вот эти мышцы, которые, да, они тоже неплохо. То есть вот диагностика в нашем моем случае состоит из такого вот простыни. Она бывает разная, то есть, как правило, я предлагаю человеку вешать ее себе в туалете на дверь, и когда он делает функциональные и физиологические надобности, смотрит и говорит, парень, ну как мотивационный лист, да. Как правило, 99% моих пациентов вот здесь вот все вот так вот, вот здесь вот все, вот здесь вот все находится. И мы такие, да ну доктор, ну такого быть не может, такое что там, да. Вот. Тем не менее, значит, мы плавно подошли к первым двум постулатам, наверное, трем, первым, второму и третьему, да, постулату формирования нового пищевого поведения. Это вода и гастроэнтерологические часы. Значит, про воду все, наверное, знают. Но американцы считают таким образом, что если человек пьет 30 грамм на килограмм веса, то он в день теряет, меняет 75% клеточного состава. Ну, как масло в машине меняете, да? То есть, представляете, каждый день в машине масло менять. Так и вы 30 грамм попили воды на килограмм веса, значит, 75% поменяли. 40 грамм, ну, 40 грамм – это уже человек, который все-таки должен сохранять мышечную массу. То есть 40 грамм за мышечной массой нужно ухаживать. Да? То есть люди, которые имеют мышечную массу, за ней надо очень хорошо и сильно ухаживать. И 50 грамм – это пьют вот там всякие билдеры, люди, которым нужны объемы. Объемы, прежде всего, мышечного волокна. Да? То есть 50 грамм. Я хочу сказать, что 30 грамм, 99% моих пациентов говорят, доктор, да я пью воду. Что ты мне рассказываешь? Я воду пью. Я говорю, хорошо, не вопрос, давай вот 2 дня попробуй. И это самое. Человек даже с 60 килограммами, когда надо выпить 800 литров, да, казалось бы, фигня. Речь идет о воде. То есть чай не катит, кофе не катит, соки не катят, это не катит. Да? И человек говорит, там, приходя на следующую консультацию, через месяц говорит, слушай, доктор, да, Макдональдс, мои друзья, Subway, все. Он выходит с метро, где Макдональдс, где этот самый. Ну, потому что если человек пьет воду, то, соответственно, она куда-то должна деваться. Она девается в туалет, да, и поэтому человек знает, где везде, он говорит, я теперь знаю, где у меня там Макдональдс, где Бургер Кинг, все ребята знают, и слава этим сетям, они очень помогают нам, диетологам, реализовывать желания. Да, значит, про воду поговорили, у меня есть пациент, он, ну, тоже там такой, Владимир Крутов из серии, он ничего не стал менять, потому что говорит, я не могу вот это делать, то, что ты говоришь, это ужасно, это я вообще этого делать не буду, но он стал пить 3 литра воды, то есть вот как он жил, только 3 литра воды, он, значит, и похудел, у него 4200 чистого жира ушло, да? Вот он жил, как живет, он жил и живет без обеда, вообще все неправильно делает, то есть вот как я ему говорил, он ничего не делает, но он пьет воду, и результата достиг, он обедать не обедает, но тем не менее это делает, да. Значит, ситуация такая, чтобы разогнать, да, мы говорим сейчас о разгоне, все-таки о более функциональном, вернемся, да, то есть более функциональный и правильный разгон основного обмена, это разгон его, то есть не седация и депрессия обмена, а разгон. То есть депрессию мы применяем только
В глубоко зашедших случаях, то есть, ну, человек, там, офисный работник, главный бухгалтер, встать не может, такие говорят, там, стул на жопу одела, да, то есть, как бы, ну, не ходит с ним. То есть, она говорит, доктор, я ходить не буду никуда, там, я говорю, слушайте, ну, давайте немножко обманывать, там, подниматься на лестнице, там, нифига, доктор, нет. И вот тогда мы применяем депрессию, да, то есть, ну, она покупает себе вот эту фирму, к ней приезжает, и мы как-то начинаем хотя бы запустить процессы жиросжигания, то есть, соответственно, она вот там месяц хотя бы пользуется. Ну, естественно, она потом, там, через на третью неделю начинается подъедание, ну, понятно, в общем. Вот, и тут мы пришли к третьей части марлезонского балета, это называется гастрочасы, да, такая прикольная тема, я 17 лет и 6 дней в армии служил, вот, закончил там старшим офицером, начальником гастроотделения, и только сейчас я стал задумываться о том, что в армии практически нету толстых, да, и нету вот язв, вот этих всяких изъязвлений, то есть они есть там, но это, как правило, мечта доктора, то есть мама приходит к доктору, и все, как бы появляется язва, а так язвы очень, как бы, мало появляется, потому что люди питаются по времени. И есть такой у нас, я считаю, что очень великий ученый, фамилия его Уголев, он считает, что желудочно-кишечный тракт – это железа внутренней секреции. Я с ним солидарен. Вы идете по улице, увидели тортик, посмотрели на него, какие процессы. То есть вы только подумали и пошли, у вас времени там, надо же бабки зарабатывать, правильно, какой ужин, там, фигня это все. А сократились подчелюстные железы, да, а, значит, в желудке 19 ферментов. H-хлор, бомбензин, трипсин. Пум, все, сократился желчный пузырь. Поджелудочная железа кинула в просвет кишечника кишечную амилазу. От 8 до 10 метров, в зависимости от индивидуума, тонкий кишечник. Да? То есть все это работает. Представляете, и за ночь, вот есть исследования, американцы не дураки, они всегда проводят двойное рандомизированное исследование. То есть слепое, группа контроля и опытная группа. 400 килокалорий, 410 килокалорий в среднем человек съедает, если у него постоянно находится, да. То есть в чем причина, в чем, какова работа кишечника? Работа кишечника в том, чтобы там была постоянная пища, да. Как только у нас нет пищи, мы делаем длительные перерывы, у нас появляются траблы. То есть, соответственно, это вздутие там это до различных других проблем. А они очень часто, то есть люди не замечают, а много среди нас, то есть очень просто работу кишечника увидеть. Это мои друзья, у меня даже была работа, я в 29-й больнице, когда учился в ординатуре, мы занимались этим. У кого проблемы с кишечником, в частности запоры, да, очень обвисшие щеки, да, такие, но они не прям что до пола висят, да, но обвисшие. Вот и женщины ходят, вместо того, чтобы кишечник починить, ходят к нашим друзьям, пластическим хирургам, да, и они подтянут, вот, и потом мы там, значит, как Валерий Леонтьев, ходим, вот. И тем не менее, гастрочасы, да, то есть проблема в том, чтобы разогнать и разогнать по часам. Классическая схема – это пятиразовое питание, конечно, для, да, будем откровенны, для нас, у нас есть у каждого на работе такой человек, который приходит с тазиками со своими, тазик винегреда, тазик это, то есть, ну, таких единиц, и мы их считаем шизофреники, потому что надо же сходить в кафе, ты потеряешь время, потом обговоришь всех там, да, понятно. И поэтому, ну как так, ну надо же поговорить. А есть люди целеустремленные, которые правильно пришел, поел свое, там курочку поел с этим, без майонеза, все, все, сидит, работает дальше, лучший работник месяца. Вот. И, значит, классическая схема – это четырехразовое питание все-таки для нормального человека, да, это три основных приема пищи и один межпищеварительный промежуток. Либо, если удается, если человек такой чемпион, встал, ну, самое классическое – 8-12, 16-20. Да? Ну, то есть вот так вот, навскидку. У меня есть две пациентки, которые работают в ночной Москве, но они не проститутки, они какие-то там в баре, там, ну, в клубах такие там какие-то. И они придумали себе ночной, правда, они очень отлично выглядят, мне даже от года все больше и больше нравится. Они еще оттуда, с моей жизни, с военной. Вот. Ну, они такие, знаете, прям цветут и говорят там, доктор, давай с тобой встретимся. Ну, и там всплывают, как правило, люди, 4 месяца мы с ними разговариваем, а потом они всплывают там через год, через два, там, доктор, а что там нового? Ну, в общем, там, типа кофе попить. Вот, и они смогли себе, они так и работают, там, даже какую-то повысили за что-то. Они смогли себе сделать таким образом, что они ночь работают, 6 часов утра, да, и тем не менее сделали так пищевое поведение свое, что, соответственно, очень хорошо выглядят. Я про теорию Уголева говорил уже, и здесь выходит на первый план, раз мы что-то решили менять, да, новое пищевое поведение, что мы едим, что мы едим. И немцы, они такие вот прям молодцы в этом плане. Есть такое понятие гликемический индекс. У меня такой есть пациент, он такой импозантный, вообще, его тоже по телеку показывают. Он приходит в ресторан, и секретаршу, значит, там, ну, гликемический индекс. Ну, вдруг Google выдает там 6 миллионов страниц, да, он там, значит, ее... Там, выбери все, чтобы у меня было. Ну, там такая простыня получилась у него. Он приходит в ресторан,
зовет повара, иди сюда, давай мы будем с тобой делать. Очень рад, потому что, говорит, бизнес лучше пошел. Я пока эту простыню открываю, бизнес-партнер говорит, ты что там делаешь? Он говорит, ну, такая ситуация, вот у меня гликемический индекс. Ну, что такое гликемический индекс? Это все продукты взяли и сделали градацию по гликемическому индексу. К большому сожалению мужчин, я их совершенно поддерживаю, потому что, ну, это вообще никуда не годится. Самым большим гликемическим индексом обладает пиво 110, да? Вот. Это полный провал. То есть пиво 110, это, я считаю, ну, фигачишь целую неделю, а и пиво 110. Ну что это такое вообще, да? Ну, а еще наше пиво, да, калужское, это же вообще прекрасно. Если как выпьешь, ну плохо, до коликов. Вот, и я прошу следующий слайд. Это с другой. Так, ну, в чем смысл? Сейчас увидите, да. И в общем, вот гликемический индекс этот, вот, да, прекрасный гликемический индекс выглядит таким образом. Это придумали немцы, у них в спортивной медицине у всех такое, у них... Красная, желтая, зеленая, да, светофор, да. Ну, я вот, видите, вас не обманул, 110. Я взял первый попавшийся, там их очень много. Вы придете к Гуглу, вот я могу дать телефон этого своего пациента, он вам расскажет, как надо делать. Вот. И, соответственно, вот здесь пошел цимус, вот здесь мы начали меняться. Вот здесь, мало того, что мы начали пить воды, я когда пришел в ЦСКА, все начали, значит, айфоны достали, time for drink, да, у всех. И все там мерились, как мужчины мерятся одним местом, так они мерили, сколько он выпил. Первый месяц на всех хватило, а сейчас уже никого, я смотрю, никто не пьет, да? Ну, потому что, ну, хватит, доктор же вон ходит, правильно, зачем пить? Вот, соответственно, вот здесь пошла уже качественная, то есть кроме того, что мы немножко подтянули себя, то есть гастроэнтерологические часы, квинтэссенцией гастроэнтерологических часов является утренний стул. Этому есть миллион объяснений. О том мы уже говорили, о том, что кишечник всю ночь работал, что процессы всасывания воды при образовании каловых масс, они в покое происходят, и лучше всего в покое происходят. Но мне нравится вот больше фэн-шуй, я тут был в Бирме недавно и прочитал, а мне очень это нравится выражение, то есть ты встал утром, попил воды, сходил по-большому, пришел, вышел с туалета, здравствуй мир, да? То есть ты оставил все вчерашнее, все там, да, то есть переговоры, хорошее настроение, плохое, там, ну, ссоры, там, не знаю, работа, все, у каждого что там, кто чем занимается, кто-то безделье оставил сегодня, ну, неважно, да. И вот тут начинается самое интересное, то есть вот каждый значит, понимает гликемический индекс по-своему, но, как правило, первая рекомендация – это там, с сегодняшнего дня, пожалуйста, ешьте 80 и ниже. Да? 80 и ниже, и тут пациент начинает, особенно женский пол, начинает тебя тренировать. Он говорит, доктор, вы сказали, что пепсиколу нельзя пить, а она здесь 65. Почему мне нельзя пепсиколу? Я говорю, слушайте, ну это какой-то обман, это неправильно, потому что в каждом стакане пепсиколы, да, 4 кусочка сахара, как и вот в пакетированный сок. Это же простые углеводы, мы же как бы с ними боремся. То есть гликемический индекс, по сути, разбивает все продукты на простые и сложные углеводы. Да? То есть простые короткие, сложные длинные. Соответственно, каждый для себя сам решает. И почему говорю 80? Потому что там, ну, фигню всякую нельзя есть, да? То есть, ну, там пиво можно, конечно, естественно. То есть, как без пива? Там, ну, там брюквы едите, брюквы, да фиг с ней этой брюквы. Сладкие булочки там, да? Ну, там. А вот тут уже, конечно, пошли траблы. Траблы пошли. Ржаной хлеб, ну как это, а булочка-то? Булочка куда ушла-то? Куда пошла булочка-то? Вообще непонятно. Вот. Но с чем тем бы хорош гликемический формирование питания, что есть нарушения, мы об этом поговорим, да, ну то есть можно договориться с собой, там, да, можно там пойти на день рождения, а утром там, значит, а потом все, потом якобы все простится, вот. Ну, тем не менее, то есть это первый такой скачок, то есть мы сделали уже три вещи, мы стали пить воду, мы стали упорядочили свое питание, да, и свои интимные отношения с едой, и, соответственно, мы стали есть другую еду. Да? То есть, ну, а по сути это фигня. Мы не едим белый хлеб, мы не едим майонез, мы не едим белую вареную колбасу и копчености, ну, там еще что-то. Ну, то есть, в принципе, как мне говорят мои пациенты, я так и делаю. То есть, все так и делают. Такие вот, ну, все так и делают. Я даже, может быть, пиво, конечно, там где-то, не знаю, то есть, потому что, ну, они все просто вот, ну, как бы... Да, во всем... Ну, брюква-то да, брюква вот тут вылетела, я считаю, что... Брюква, она, конечно, да. Вот. И, соответственно, первый такой качественный скачок, то есть мы там немножко стали за собой следить в плане того, что, знаете, вот недавно прочитал в Фейсбуке там такая тема, как надо увольнять людей в столовой, не знаю, читали, там, как люди по-разному набирают еду, читал, да, тоже, вот совершенно правильно, так с точки зрения диалоги тоже, то есть каждый, как человек набирает, то есть, да, который знает, что нужно делать, да, и знает свой прием пищи. И который не знает, да, прием пищи. Как вот там гастрочасы можно сделать? То есть у меня есть пациент,
ну, так, с переменным успехом мы лечимся, но он так любит ко мне ходить. Вот. И, он пришел ко мне первый раз в 90 каком-то году и говорит, друзья его привели, я в армии еще служил. Он говорит, слушайте, доктор, я был в Киеве в кафе и заказал 2 первых и 5 вторых. Вот. Это нарушение питания? Нет, это не нарушение. Это просто нарушение объема, на самом деле. Это ничего страшного. Он просто 142 килограмма. Ну, можно было и 4 первых, и 10 вторых. Как бы. А если не маленькие, в конце концов, и человеку мало. Вот. Ну, сейчас он весит 112 килограмм, там немножко помышленнее стал. Но, в общем, у нас следующая пятилетка 100 килограмм выйти. Вот. Мы не спешим. Он сказал, мы не спешим. Сейчас я не спешу. Я знаю, что я могу, я просто не спешу, он сказал. Но все идет хорошо, пока не начинает... Новые вызовы, понимаете, у человека новые вызовы. Он говорит, доктор, я вот, смотри, как сейчас хорошо пошел. Приходит там месяц, там, действительно, смотрю, там минус 2 жира. Я говорю, слушай, там, остановись, хватит, ты что? Хватит! А он говорит, слушай, доктор, да беда, что-то, да Реал с Барселоной играет. И все, он полетел в Мадрид, и все там, ну, 110%, ну, 110, ну, что ну, как-то. Вот. И, соответственно, это такой третий, да, вернемся к нашим баранам, третий очень серьезный, это изменения наши, да, это мы стали есть другие продукты, да, следить за этим. Я в связи с этим хотел бы обратить внимание на очень хороший салат, он называется оливье, да. Майонез, картофель, крахмал и вареная колбаса. Это мечта диетолога вообще, это как Су-10, наверное, вот так вот, где-то рядом. И, а если человек еще съел вечером за футболом пивка с оливье, я думаю, вообще все прекрасно. То есть, да. Вот, соответственно, изменения начинают место быть, мы приходим, рядом с вот этим диагностической картой, все мои пациенты, как бы, если у них есть батарейка в это время в весах, то становятся на весы каждый день, да, то есть, ну, как правило, то есть, ну, часто не бывает батарейки. Я говорю, какой актуальный вес? Нет батарейки. Вот, очень часто не бывает батарейки. Это от частого использования весов. Я вам говорю, люди приходят, говорят, не знают свой актуальный вес. Я говорю, что же, ну, надо же мериться и каждый раз в биоимпеданс вводить актуальный вес. Нет веса, нет батарейки, потому что все скупили или все потрачено на пиво. Ну, тут других вариантов нет. И вот мы, значит, плавно перетекаем, все, мы готовы, да, но не та скорость. Вот все как доктор я делаю, все отлично, все, но скорость не та. Вот хочется ускориться, хочется вот дотянуться до звезд, вот уже завтра быть и уже в форме. И тут у каждого человека как бы есть такое понятие, как там пищевая пирамида, да, вот там следующий слайд. А, это точно. Вот так вот. Это на самом деле буржуйская пищевая пирамида. Я ее почему запостил? Потому что, ну, вот я недавно себе поймал на мысли, что пищевая пирамида в диетологии похожа на мужчину и женщину в туалете, да, то есть мужчина наоборот перевернут, а женщина вот так вот выглядит, да, очень похоже, и это. А все это заключается в том, что, как правило, да, приходящая ко мне дама, она вот на завтрак ничего не ест, да, это сигарета и кофе, да, вот здесь мы на обед, это обед, вот здесь обед, какая-то фигня, да, и вот здесь мы, значит, соответственно, начинаем уже как бы наяривать, да, 3 раза поела, а как, сын пришел же еще, сын, я-то поела, доктор, но потом сын пришел, надо сыном поесть, а как еще, вот, соответственно, для того, чтобы, ну, мы это все рисуем, я рисую это все на листе бумаги и говорю, слушайте, вот у меня здесь к вам есть предложение, пускай сын к вам утром приходит. И мы эту пирамиду переворачиваем, то есть становимся мужским туалетом, да, то есть мы здесь, как в старой пословице, завтракай как принц, ужинай как король, обедай как король, ужинай как нищий, да, то есть вот, и мы начинаем переворачивать. Нет, сын утром прийти не может, он может только вечером, вот. Соответственно, мы уже в гастроэнтерологических часах это говорили, то есть по объему поступаемой пищи вы должны быть как березка, то есть 25% утром, 25% 12, 25% это, 25% вечером, то есть труба. Пища должна заходить одинаково. Есть варианты развития тренировочный-нетренировочный день. Да, ну, соответственно, это уже, конечно, надо там избирательно, потому что не может быть одинаковый рацион в тренировочный день и в нетренировочный день. А вот те же немцы, дураки, они тарелки меняют. И вот это очень классно на базе. То есть у них там заезжает команда, этот тренер по физухе идет к шеф-повару и к этим, и он говорит, там, тренировочный день, 2 тренировки, тарелки такие, это, и прямо не подаются. И люди не замечают. То есть ты взял тарелку, ты ее наложил полную. Ну, вчера они были раки большие по 5,
а сегодня по 3, но меньше. Соответственно, люди едят меньше просто потому, что тарелка, они, ну, спортсмены, они же как бы там, у них на своей волне, интернет там, ВКонтакте. Одна страница интереса. Я просто, у меня как бы дочь 17 лет, я ей подарил MacBook на прошлое, 16 лет подарил. И тут что-то надо было в MacBook, захожу, думаю, даже посмотрю, чем дочь живет. Закладки, одна страница интереса, ВКонтакте. Вот. Соответственно, наши спортсмены такие же. Я вот работал в сноуборде, могу вам сказать, что больше мы других не знаем вообще. То есть как бы словей и друзей у нас нет, все виртуальная жизнь. Ну, без меня, знаете. Значит, вот пищевая пирамида, вернемся, да, то есть, в общем, в этом есть что-то правильное, кроме того, что, ну, конечно же, мы понимаем, что, ну, это 6, ну, шняга, ну, как, ну, это вообще фигня, там, они тут намекают нам на омега-кислоты, да, ну, все дураки, конечно, вообще. Где пиво-то, пива нигде нету, видите, 110, чего такое, вообще непонятно. Вот, но, тем не менее, в этом что-то есть, но придерживаться в современном мире и требовать там от своих пациентов, это совершенно невозможно, потому что и от себя требовать невозможно. И у меня есть пациентка, у нее есть прислуга, она говорит, значит, обед, салат, 4 тигровые креветки. Я говорю, ну хорошо, а где здесь 3 омега? Она говорит, в салате оливковое масло. Я говорю, согласен. А где углеводы? Она говорит, в конопляных семечках. Я говорю, а сколько конопляных семечек? 20 грамм. А белка сколько в креветках? А белка не знаю. Да? И тут же вот такая большая проблема. Это наше питание. То есть я столкнулся с этим и, к большому сожалению, должен вам сообщить, что это действительно так. В наших магазинах продается фигня. Да? То есть я даю задание человеку, человек набирает мышечную массу и говорю, ты съешь, пожалуйста, 2 грудки, ну давай погоняем, там завтрашний день, твой тренировочный день, 2 грудки, там, ну, да, там это. Человек съедает 2 грудки, говорит, доктор, ну нет у меня сил, нет, да. Потом мы начинаем выяснять, что он купил эти 2 грудки в Ашане, их вчера не купили, они разморозили, одна заморозка, разморозка, да, это 20% потери в концентрации белка, да, соответственно, и мы-то думаем, что там 120 грамм белка, а там едва ли есть 60. И он просто приходит, естественно, у него нет ни прироста, ни фига нет, да, то есть потому что, ну, это действительность такая, да. И люди, вот я знаю, что Динамо Москва футбольный, я сейчас вот туда врача отдал своего со звезды, у них все заключено с фермерскими хозяйствами. Вот тут правильный подход. То есть большой футбольный клуб привозит только с фермерским хозяйством, прям с сертификатом качества совсем. Так питаться можно, и диетолог команды может что-то высчитать. Если мы берем продукты в магазине, то, в общем, как бы это все равно нулю. Итак, физическая нагрузка. Давай. А, вот точно. Что такое фазовый угол? Ну, физическая активность, в общем, вы все же бегуны, да, и все круче меня знаете. Формула, по которой они рассчитываются, она придумала, я не знаю, наверное, еще вместе там кто-то с Парацельсом, наверное, такая история, да. Но, в общем, история такая, что вас-то всех интересует вот эта теперь зона, да. Моих-то пациентов интересует вот эта зона, да, то есть вот это сжигание жиров, а вас интересует вот эта зона. Ну, предельных, не знаю, кто-то серьезно бегает же, да, наверное, то есть и некоторых вот эта зона интересует. Ну, все очень просто, да, 220 пульс минус возраст, да, и делим на коэффициент. У каждого свой. То есть, ну вот здесь 0,6-0,7, здесь 0,7-0,8, здесь 0,8-0,9. Да? Ничего не придумано. У нас просто сейчас набирает силу, называется голодные тренировки, да? Утренние. То есть ты встал, у тебя по нулям глюкоза, у тебя по нулям инсулин, ну все в нуле, да, ты встал и начал бегать. Да? Потому что жиросжигание — это 12-часовой процесс. И человек, у меня была такая девушка, ей было 29 лет, 10 месяцев и 20 дней. Она поехала в Милан и купила себе платье Versace на 2 размера меньше, потому что через 40 дней ей было 30 лет. И нам нужно было влезть в это платье, потому что подружки, она поспорила с кем-то на ящик шампанского. Вот. И мы делали с ней двойное жиросжигание. То есть она утром бегала голодное жиросжигание, а вечером уже после всего делала, то есть 12-часовой процесс, якобы оно было 24-часовое жиросжигание. И, соответственно, мы достигли результата, потом набрали плюс 10 килограмм. Вот. Она снова сейчас пришла, потом расскажу. Вот. Надо бегать с утра, он должен жить. Нет. Просто это я очень модно, это везде сейчас пишут. Просто настоятельно не рекомендую делать это без личного диетолога или какого-то человека, который об этом знает. Потому что, во-первых, надо прикрываться, да, как минимум БЦЦА хотя бы, потому что горит мышца. Да? То есть бег – это энергопотребление, это надо обеспечивать варианта 2. Мышечная клетка и жировая клетка. Да? Поэтому, если ты бежишь голодный, организм воспринимает это как стресс,
А как он к стрессу, самый плохой показатель стресса, ну такой вообще уродский пример, но он лучше всего показывает хронический стресс, это вот узники концлагерей, да, то есть руки вот такие, ноги вот такие, животик есть, то есть жирок всегда у нас ставит. То есть для определения мышечной клетки 4,5 килоджоуля энергии, да, а жировой 9. Естественно, у нас ставит жир, чем мышца. Мышцу можно отдать, а и когда ты бежишь на голодный желудок и не прикрылся, то, соответственно, в зависимости от физиологии там, и тренированности, может сгореть в приоритете, да, или жир, или мышцы. Соответственно, вообще как бы жиросжигание подразумевает под собой горение мышц, но мы сейчас уже научились это прикрывать. Вот, и я, соответственно, покажу. Давай посмотрим биоимпеданс молодого человека. Тут у нас есть такой активный тоже парень. Значит, молодой человек из Воронежа приехал, 104 килограмма, лечите колено. УЗИ колена показало, вот мне показалось, что УЗИст, он все заболевания, которые знал про колено, все написал. То есть вот такое, я такого никогда не, я никогда не думал, что такое на УЗИ можно увидеть. Еще понимаю, Ахмеджанов смотрит на МРТ, это можно быть. Ну все, он прямо с учебника брал их, писал. Я не дочитал до конца диагноз, потому что это была страшная вещь. Ну, в общем, человеку были назначены хондропротекторы, потому что все симптомы там, выдвижного ящика, ну наши все эти приколы спортивные, были отрицательные. И было рекомендовано заняться своим состоянием питания. Он очень удивился, что это, но тем не менее, пошел у нас на поводу. И вот смотрите, значит, 104 килограмма, значит, жир 32,7, значит, активная клеточная масса 41,7, да? Прилетает этот человек с Воронежа, говорит, доктор, вы бог, через полтора месяца. 92 килограмма, минус 12 килограмм. Нормально, вот этот парень поработал. Пацаны вообще ребята, как говорили на сноуборде. Пацаны вообще ребята. Вот. Я говорю, хорошо, ладно, давай мы тебя посмотрим. И мы смотрим человека, он рассказывает, как он все делает, такой молодец, и там все друзья, и вообще он такой отличный парень. И смотрим, что жировая там масса 2,8 всего спалил. А активную клеточную мышцу 3,9 спалил. Ну, молодец, да, послушал доктора, то есть как бы пятерка. Вот. А все остальное ушло с водой. Вода обеспечивает жир, соответственно, все ушло с водой. Ну, я вступил с его мозгом в половую связь, сказал, что так делать нельзя. И вот он приезжает ко мне через 3 месяца, и опять минус 9 килограмм, да, то есть вот минус 9, то есть уже человек весит 83, уже похож на человека, то есть как бы так это сам. Но при этом, при всем, друзья мои, смотрим изменение жировой массы 9,9, а мышц поджег всего 0,6, да? Вот это правильно, вот этот человек правильно, вот второй раз, правильно подошел к жиросжиганию, к своему физической подготовке, да, потому что здесь мы там начали его пытать, поставили в угол, и все, стали проявляться огрехи, что там человек тренируется в голодный день, там, ну, так рьяно начал, там, усилил программу, мы любим делать классическое, я не знаю, кто придумал, но мне вот уже все время все говорят, что надо как делать, надо 4 раза, значит, заниматься, потом белковый день, потом голодный день, вот, и потом снова заниматься. Странно, но тем не менее это так. Это не работает, я хочу вам сказать. Но тем не менее, да, вот, ну, и тут смотрите, классика, да, и значит, приезжает человек 16.04.15 года уже, и нет у нас результата. Ну, я же могу это сделать уже, да, то есть мы хотели там быть Шварценеггером, ну, что-то вот пока не задалось. Он сейчас живет в Москве, его там то ли повысили, то ли, ну, короче, он живет в Москве, ну, не приходит, не надо. С Воронежа приезжал, а сейчас не надо приходить, все отлично, потому что, ну, видимо, я его видел недавно, там, он приходил в клуб, ну, по-моему, он вот это 110 стал пользоваться, 110, там, что-то пивко так, пивко сосем, да, как бы, вот такая тема, в общем. Но, тем не менее, да, это наглядный пример того, что, зачем мы сделали объективизацию, да, вот можно объективно проверить, что там человек нажигал, что он там, а он рассказывал здесь, чесал вообще, что он такой молодец, чемпион. Ну, а прибор ему же все равно, он же не понимает русского языка вообще никакого, да, и он выдает тебе, и ты говоришь, друг мой, так поезда не ходят, давай-ка пересмотрим. Итак, вернемся к слайду с физической нагрузкой. Значит, извините, что... пожалуйста, вот этот анализ крови? Нет, это вот биоимпеданс вот этот. А это вот его как делать? Его очень, это, значит, очень серьезный метод. Его кладется человек на кушетку, ну, или просто кладется человек, и два электрода липких на правую руку и два на правую ногу. Вот. Да, я когда зимой ко мне женщины приходят, я говорю, оденьте носочек или чулки. Они такие, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, не, ну, понятно. Да. То есть, ну, чтобы надо снять просто, чтобы мы не снимали все это. Они все смеются, ну, да, мы, конечно, мы же говорим, каждый подумал о своем. Вот, значит... А можно? Это да. Сюда же вопрос. А весы, которые...
слушай, все равно как ты будешь диагностироваться, это просто вот я этим пользуюсь, да, а диагностика, мы уже говорили, то есть она может быть любая. Просто да, да, я же говорю, с такими, они такие дорогие и нормальные, да, в общем, конечно. Но дело в том, что мне нравится, вот здесь очень хорошо, прикольно, там красное-красное, ну, так какая-то игра слов, там, и, в общем, история такая. Значит, отвечаем на ваш вопрос. Я так понимаю, аудитория хочет набрать, да, все-таки вес. Все это вообще очень просто, и я даже не принес, я бы, если знал, вы мне сказали, я бы принес бы, я-то думал, что вы хотите все похудеть, а это, я бы принес биоимпеданцы с набором веса. Все очень просто, значит, здесь мы здесь привязаны к белку, да, как это, змея к флейте, здесь мы привязаны к белку. История простая, 2 грамма или 2,5 грамма на килограмм – это просто сохранение формы физической, да? А вот, ну, 2,5 для девушки уже, наверное, набор все-таки, да, набор. А для мужчины 3 грамма на килограмм веса – это набор мышечной массы, при том, при всем, что мы вырабатываем тестостерон, то есть, ну, занимаемся физической нагрузкой, вот. То есть все очень просто. Мы. Да. В разных источниках по-разному. На сухую или на общую? На общую, конечно. На общую. Конечно. А как на сухую? А обе это. Я думаю, что если я, например, вешу 100 килограмм и у меня 30 жира, то значит у меня 70 сухой. А если я вешу 100 килограмм и у меня 40 жира, то у меня 60 сухой. Ну смотри. И в том и в другом случае. Сухой. Ну, подороже стул просто и все. Че? Вот и все. Просто смотря, чем ты занимаешься, да, история такая. То есть это частность, но тем не менее. Вот жир, он же не кровоснабжается никак, да, он водой. И прямая корреляция. То есть человек похудел, и ушла вода там, да. Мы коррелируем часто, вот внеклеточная в частности, да, она уходит. Но для того, чтобы поддерживать онкотическое и астматическое давление, нужен белок. Однозначно, да. И если ты не будешь, выкинешь жир, у тебя будет тело изменится, то есть сразу вот это 30 килограмм они проступят, потому что не будет давления между клетками. А у девушек это очень часто на бедрах. Вот когда приходит, и, как правило, доктор, у меня все нормально, ну, когда она раздевается, говорит, вот тут. И мы когда начинаем гонять с ней день, да, гонять с ней день, она вроде бы не рожала, там мне вот позавчера там пришла девушка, я говорю, слушайте, ну жир разжигается, можно по-всякому, можно велосипед крутить, можно плавать. А она говорит, а я велосипед крутить и плавать не умею. А я говорю, а вы были на Мальдивах, она 100 раз. Вот. Ну, это современная молодежь, 26 лет девушки. И, как правило, ну, вот она скрывает там правильные платья, правильные, ну, там, как там, все эти женские хитрости, да, вот. Но, тем не менее, первое, что всегда, я вам честно говорю, это из опыта, и везде написано, между строк, между прочим, что если у вас такие бедра, дамы, то у вас не хватает белка, вы не добираете белка, да, это просто онкотическое давление, то есть, как бы, вроде не рожало, там, вроде, ну, там, никуда, то есть, но, доктор, ну, это же нельзя вот так вот, ну, как же это все? То есть надо гонять белок. Тут вот первое, это первый диагностический критерий, что данный индивидуум вас не догоняет по белку. Да? И, как правило, он говорит, доктор, ну и тут начинается. Я ем там, значит, там, кашу. Мне очень понравилось, там на последней конференции в Берне человек встает там с Баруси, с Дюссельдорфа, и говорит, слушайте, ну, в общем, наш возраст впервые проиграл, 17-летний, проиграл чемпионат Германии, а вот такая диета была там. Ну и рассказывают, ну интересно достаточно, они там все делают. И говорит, ну странно, вот особенно отсутствие силы на первой тренировке. Мы едим овсяную кашу всегда, там это, и такой встает британец, говорит, потому что каша – это углевод. Да? То есть каша – это углевод, будем, да, я ем овсяную кашу, ну и что? Это не белок, да? То есть у меня все нормально с белком, доктор, я ем овсяную кашу. Но это не белок, это углевод. Мы должны это понимать, да? А вот яйцо, яйко, млеко, брод – без брода. Это. Пистолетом по вкусу. Да. Вот. Соответственно, все, кто хотят набрать массу, но должен быть катализатор, чтобы тот белок, который вы едите, он не в утренний туалет уходил, да, а в мышцу. Для этого нужно, чтобы в крови был тестостерон. Причем свой. Можно купить, пойти, я знаю где. Вот. Но он не будет работать. То есть он должен быть, как смотрели, ночной дозор, должен быть зов. Да? То есть свой тестостерон должен работать. Варик один, больше нет. Физическая нагрузка. Все, больше никак вообще не сделаешь. То есть ты побегал или там покачался, клетка начинает митотически делиться, да, ну, двоиться. Оп. И вот здесь как раз нужен строительный материал. Соответственно, как бы эти жрут креатин, все качки. Вот. А мы же едим белок. Да? То есть нам надо вот выйти на вот эти показатели белка. И тогда, соответственно,
Можно там всячески, можно вот предбелок, аминокислоты, да, разветвленные, неразветвленные цепи. Можно ночной изолят пить, да, то есть ты как бы пришел не пол холодильника сожрал, а сделал себе шейкер, ходишь там и выпил. И якобы 8, ночной протеин, да, на 8 часов все эти проблемы решает. Но он действительно их решает, если у тебя поздняя тренировка была, то это как раз тот самый вариант, когда ты супер офисный сотрудник, лучший работник месяца, можешь освобождаешься только в 9, да, и у тебя тренировка, да, вариантов немного. То есть ты приезжаешь после тренировки, нам ну, есть нельзя, по идее, как бы, да. Поэтому вариант один – это ночной протеин, да, изолят, как бы, все. Других вариантов нет. То есть ты ешь там творог, что-то такое, да, и, соответственно, ну, если много веса набрать, то ты ешь все. Вот парень, который там пришел, он-то ест все, и ну, там должен прийти, интересно, чем это все закончится. Но, тем не менее, да, все это просто, формула, она работает и работает везде. Люди, которые вот, ну, здесь, они, ну, так, серьезные нагрузки, и я думаю, что вот здесь пищевой рацион вот этих людей, он должен состоять минимум 50% спортивного питания. Это простой бытовой рацион, даже в нетренировочный день. То есть спортивное питание здесь минимум 50%, а если человек ест не с подсобного хозяйства или мама с Беларуси присылает, то, соответственно, и 70%. Да? Зона тренированности – это вот, ну, как бы, типа все мы, ну, вы так хорошо все выглядите, молодцы. Вот. Ну, а зона сжигания жира – это моя, там мои друзья, я вас познакомлю, 110. Вот. Ну, а это как бы, да, так для постарше людей, в общем-то, как бы, скажем так. Вот. Соответственно, сколько физической нагрузки надо, да? Ну, то есть по набору мышечной массы, вот я ничего вам не скажу, я был на конференции, фитнес-конвенции, на мышечно-фасцикулярное тестирование ходил, и там, я не знаю почему, было всего 3 доктора и 9 человек с фитнес-залов, ну, инструктора фитнес-залов. Я ничего плохого сказать не могу, но семинар был такой, надо знать строение, прикрепление мышц, да, то есть, ну, очень такой, анатомию серьезно знать. Мне, кажется, им не понравилось, но, тем не менее, это так. Вот. И они все мне, я с ними это обсуждал, и они говорят, что на всех фитнес-конвенциях сейчас в России и за рубежом это взрывная работа, да, то есть, как бы, ты приходишь первый раз, ты разминка, а потом делаешь вес, который ты укакиваешься, да, то есть, вот, потом ты неделю не делаешь это, да, делаешь другие. Вот. Вот взрывная работа способствует наиболее быстрому росту мышц. Вот взрывная работа. То есть ты сделал первые 3 подхода так, а потом крайний вообще там просто вот, ну, чтобы мышцы взорвать мышцу, да, соответственно, сразу, о чем мы говорим, тестостерон сразу в кровь, потому что большое деление, воспаление. Мышца на тренировку отвечает воспалением. Что такое воспаление? Мышца набухает. Клетка, каждая клетка набухает, да, набухает и начинает делиться. Соответственно, для того, чтобы это воспаление снять, надо пить воды и доставить строительный материал. Вот тогда как бы она снимется, ну как ребенок плачет, сиську дал, все нормально, все хорошо. Вот. А по поводу жиросжигания, аэробная тренировка пользительна, значит, 3 раза в неделю это мы поддерживаем, то есть мы остаемся при своих, и 5 раз в неделю, то есть модно заниматься 2-1. 2 раза занимаешься, 2 подряд, 1 не занимаешься. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, такой цикл. Вот. Там функционально-физиологично, утром, вечером все это обсуждаемо. Но, тем не менее, вот мы еще раз там, да, очень важно, я, по крайней мере, не знаю, как, ну, думаю, у вас тоже, кто набирает вес, у нас-то жиросжигатели, это другое. Вот. И мы, очень важно писать тренировку, да, прям крестиком, потому что мы ходим в зал, там, кто куда ходит, неважно, и масса людей, которые стоят, обсуждают там машину, женщин, там все что угодно, да, и их результаты, как правило, не растут. И я, если занимаюсь со своими пациентами или спортсменами, ну, то, как правило, у меня есть тайминг. Вот у нас на сноубординге был тайминг всегда. Я занимался вот слоп-стайл, знаете, что такое? Это вот 3 трамплина в ряд, 18, 20 и 22 метра. И человек вылетает с трамплина, делает, приземляется, потом следующий, какую-то крутку, да, и мне почему нравилось, я случайно попал, но мне очень потом понравилось, то есть навсегда музыка на соревнованиях, всегда, райдер подъезжает к диджею, включает свою музыку, и там, значит, ну, там, чемпион России Никита Автанеев, не знаю, Строгино есть кто-нибудь, вот Строгино, там, Никита Автанеев, молодец, в пайпе, первый там даблкорк сделал, он, значит, это объявляет, Никита Автанеев in the house, и там, и поехал райдер, значит, катиться, вот. И там всегда был тайминг. И я это украл со сноуборда, должен быть тайминг тренировки. Да? То есть ты пришел, строго расписаны часы, минуты между подходами. Соответственно, в жиросжигании это наиболее маленький период. Да? То есть можно жир потерять в зале? Можно.
30% отнимаешь от максимальной весов, которые поделаешь, и делаешь 30-секундные паузы, да, и все, и пошел, то есть по тренировке. Не 12, как говорил Шварценеггер, а 20 раз, все по 20 раз, хоп, 30 секунд, хоп. То есть ты как бы вроде и в зале занимаешься, вроде жиросжигание вот, находится в вот этой зоне, да. Естественно, нас интересует пульс, потому что как и в этом случае, так и в этом случае пульс является предвестником всего. То есть, соответственно, если Антоха Шипулин стреляет на 146, да, то есть, а бежит на 168, то, ну, там, Антох, может, поджигаем там что-нибудь, да, то есть на вот этой частоте, да, то есть, ну, бред, то есть он стоит после этого и стреляет 146. То есть, естественно, ему ничего не сожжешь ты. На 140 это вообще ничего не сожжешь. То есть, у него, естественно, все выше. Вот. И поэтому все это энергозависимые процессы. То есть в жиросжигании это как ты вот, как паровоз, да, ты кинул две лопаты, он поехал так, кинул два ведра, он так поехал, кинул две тонны, он поехал на две тонны, да. Так и здесь, соответственно, как вы поработали на этот самый. Но еще раз говорю, у вас циклики, есть такой вот в мире бокса, где я там, вот вторая моя эта тема, тружусь. Там есть такой Гриша Дрозд, да, вот он 11 минут с лактатом бегает, то есть как бы можете взять его к себе, он сейчас уйдет с бокса, вроде как собрался там в политику, вот я говорю, посоветую ему, чтобы он с вами побегал, вот. Не, на самом деле, представляете, это очень, для циклика это вообще это просто фантастика, и естественно его называют муха, он там бегает возле этого своего оппонента и мутузит его везде. Мне неудивительно, потому что я знаю его биоимпеданс и, соответственно, знаю его лактат, вот. Значит, и про физическую активность поговорили, и, соответственно, у нас есть такой биоимпеданс, давай сейчас покажем. Для набора 3 грамма на килограмм массы, да. Но можно же и перебрать? Конечно, да. Ну, смотрите, вот почему, вообще вот с белком это, конечно, реанимация, я скажу почему. Это очень опасная вещь, потому что белок, клетка белка, она не входит в почку, да, в эти канальцы, реабсорбция, да. И здесь очень важна вода. Если ты выдерживаешь воду, то все как бы проходит, вот в эту воду, которую мы говорили. Если ты ее не выдерживаешь, то есть люди весьма талантливые, которые таким вот непомерным страстью к белкам и, ну, там, невыполнением рекомендаций, то есть там надо 2 мерных ложки, он кладет 3, да, ну, там, чтобы больше, чтобы лучше, чтобы быстрее. К большому сожалению, приводит к такому сильному недугу, как хроническая почечная недостаточность. Да? И много белка не есть хорошо, и мало того, это даже опасно. Да, и вот здесь надо очень сильно гонять, то есть понять потребление белка, то есть какая энергозатрата, и покрывать ее, да, покрывать ее и для роста. Для роста надо 30%, покрыл 30%. Да, поэтому там есть в источнике 2,5 грамма, но опять же, то есть, если мы заходим это спортивным питанием, то я считаю, что вот простой человек, который занимается и хочет набрать мышечную массу, примерно должно быть 70% алиментарный рацион и 30% спортивное питание, да? Чтобы точно быть уверенным. То есть база должна быть спортивное питание. Потому что, ну, я не знаю, мы все обедаем там в столовых, я вот хожу в авиапарке, есть там от ЦСКА недалеко, да, там, ну, друзья мои, я понимаю кризис, но с каждым разом все хуже и хуже, там, ну, это вообще там ну, просто провал, там, раньше когда тарелку мяса давали, как-то она была, а сейчас, ну, это невозможно, в общем, да. И вот совсем недавняя тема. Это боксер, который, значит, каждая строчка – это недельная пауза, да? Я хочу обратить внимание, как я над ним, можно сказать, издевался, выглядит таким образом. 9,6, 8,9, 8,7, 6,7 – это жир по неделям. Это он ко мне походил по средам. Мужчина, боксер. 6,4. Здесь он сходил, дорогой мой, сходил на свадьбу, 9,1, на недельку. На недельку сходил на свадьбу, ну, на недельку сходил, да. У него бой через 2 недели, а он на недельку на свадьбу сходил. Вот, ну, потом, значит, опять же, мы с ним поговорили, 7,0. И общий вес вот таким образом менялся. 59, это за 5 дней до боя. В бой они обмазывают какой-то фигней и бегают. Да, и, в общем, на весах он был 57,1. Потом они идут тут же в чайхану, обжираются и говорят, что большие эти, которые вот как по веткам, да, они 8 килограмм гоняют. То есть они взвесились там типа 89, а пришли на бой, он уже 96. Уже пришел на бой, он уже 96, все нормально. Вот. Ну, то есть я к тому, что вот это достигнуто, вот такое же разжигание. То есть я решил, что поскольку он мало ко мне обратился, надо было что-то решать. И мы решили, что пожертвуем жиром. Не мышечной массы, потому что ему нужно было тренироваться, бить, он этот, мало весит, 63 килограмма, этот, да, легкий вес. И вот мы начали гонять жир. И к тому, что у него есть базисные тренировки, постоянные базисные тренировки, мы добавили очень хитрой физической подготовки ему. И вот нам удалось к бою
спалить 2,5 килограмма чистого жира, да, то есть, и, соответственно, как бы он победил, хотя в четвертом раунде, говорит, прилег. Ну, победил, в общем, да. Вот. Ну, соответственно, это одно из показаний того, что, в принципе, все решаемо, да, за такой короткий период, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь недель, человек перешел из одной категории в другую и победил, выполнил задачу, все чемпионы, это самое, все прекрасно. Вот, значит, вернемся в другой, в другие показания. Значит, у нас следующий слайд называется фармакология, да. Это самый интересный раздел, потому что, естественно, можно, сейчас фармакология на таком уровне развита, да, что, в принципе, ну, делать ничего не надо. Пришел, поел, и все хорошо, да, само по себе, то есть само по себе, да. Там очень интересная тема сейчас, вы, наверное, все знаете, гормон роста, да, все вот сейчас едят гормон роста, все, сушится гормон роста и набирают гормон роста одинаково, то есть очень так мне нравятся вот эти люди все, вот. Ну, потому что делать ничего не надо, гормон роста, он же сам, и он очень безвреден, мне все приходят, говорят, он очень безвреден, мне сказали, все очень безвреден, я говорю, а, ну, а кто сказал, есть там медицинское образование, что-то, очень безвреден, да, вот. Значит, да, все пользуются, но очень безвреден, вот. Ну, как и пиво, 110. Значит, давайте быстро про набор. С набором белок поговорили. Естественно, вот, рекомендую всем использовать при наборе все-таки белок только ночной. Да? Или там, ну, например, ну, за пару человек не успевает, всегда в машине должен быть белок, он его развел. За 2 часа должно быть нормальное питание, да, не поел, значит, будь добр, надо скушать белково-углеводный батончик и белка, да, чтобы энергообеспечивать 30 минут первых тренировки, а белок, чтобы он потом подхватил остальные, да, тренировку. Соответственно, и чем он хорош вот по поводу почек, да, предбелок, тем, что он везде проходит, у него молекула маленькая, и, в общем, все это для организма более-менее безболезненно происходит, если нет непереносимости. Очень много с белком связано еще, вот если женщина постарше, там как бы за 40, да, вот отекают ноги, да, ноги отекают в силу разных там заболеваний, может быть просто онкопричин, но вот тогда водная нагрузка уменьшается, и, ну, тут мы немножко тормозим там все это дело и начинаем разбираться в соматике, а иногда и в психосоматике, да, вот, поэтому каждый решает сам, какой фармакологией пользоваться и в какой период, но все зависит от энерготренировки, то есть если вы бежите 20-ку сегодня, то есть, естественно, фармпрограмма должна отличаться от 5-ки, да, ну, насколько я знаю, я читаю, у меня просто Эдик без угла в друзьях там, да, поскольку мы там с ним спортивные врачи, он там все не таясь выкладывает о быстрых углеводах, о этих пакетированных, мы тоже им в хоккее часто пользуемся. В прошлом году мы неожиданно выиграли чемпионат России, клуб ЦСКА, от нас никто ничего не требовал, но мы взяли и выиграли. И у нас было 3 овертайма серьезных, и мы вот в овертаймах использовали вот эти гели, да, по 25 миллилитров. Очень классная вещь, очень все работает. 5 минут перерыв, да, и снова 20 минут. И мы сыграли 3 овертайма, то есть 60 минут основного времени, 60 минут еще сыграли после него, да. И все отметили там ребята, что док, там все это классно, там, причем мы были готовы, вот, это... Соответственно, углеводы, естественно, для энергообеспечения только углеводы, и они сейчас придуманы вот в этих гелях, потому что чем он хорош, что попадая в желудок, как таблетка. Да? Почему таблетка в капсуле? Да? То есть капсула разъедается соляной кислотой, а вся остальная масса, она как бы в кишечнике попадает. Так и здесь. Почему гель? Да? Гель не берет соляная кислота, то есть нет распада углевода, и он попадает в 12-перстную кишку, где уже начинается активное всасывание, да? Там необходимых макро- и микроэлементов. Очень, я бы всем рекомендовал, вот последние тоже 2 темы, обратите внимание на свою диагностику в плане микроэлементного статуса. Вот цинк и селен, 2 как бы важнейших, я даже не знаю, какой на первом месте поставить. В общем, как бы селен – это мышечный компонент, и когда человек очень много теряет вес, да, в том числе жир, то есть селен выходит, и все микротравмы, надрывы, подрывы потянули – это, как правило, селен. Да? А цинк – это все-таки это антиоксидация, то есть это доставка, это правильная работа мышц, памп мышц. Да? То есть, и в последнее время, там, я не знаю, ну, куча, все лаборатории берут, да, это… Причем там товарищ Скальный же берет в волосах, в моче и в этом, и в слюне. То есть можно там супердиагностику сделать, можно не заморачиваться, просто сделать цинк. Но наши все спортсмены и топ-спортсмены, и в том числе товарищ Веткин, они пьют селен, и мы даем как бы фоново. Фоново пьют селен, и фоново пьют цинк. Да?
там через день. Формула очень такая вот эта формы шипучих таблеток, да, они очень хорошо, потому что, опять же, желудок, там блокаторы протонной помпы, и, в общем, они очень быстро попадают, и большая очень элиминация, биологическая элиминация этого всего происходит. Вот. Соответственно, в фармакологии жиросжигания, ну, все понятно там, да, то есть, доктор, ты за меня побегай, а я тут посижу, поем, в общем, в то же самое от блокады фаз калорий до вот этих всех кремлевских прекрасных таблеток, вот, и сдачи по крови, это очень, вообще, тоже мощная вещь такая, сдал по крови и ничего не сделал дальше, то есть, как правило, я, доктор, два раза сдавал, у меня есть два раза сдавал кровь, два раза сдавал, вот. Значит, в жиросжигании я люблю два препарата, и их люблю только потому, что они связаны с физической нагрузкой. Это L-карнитин, который вообще сам по себе является витамином группы B. Да? Если ты его выпил и не побежал никуда, то ты просто витамин B выпил, а если ты побежал, то он находится в той группе, которая помогает из клетки доставать жир. Ну, простым, да, языком. И большая группа термоджетиков, они же термогенетики, ну, да, это те таблетки, которые увеличивают твою температуру тела, когда ты бежишь. Ну или что-то делаешь, тем самым увеличивая энергообмен. Все, на этом тема фармакологии жиросжигания заканчивается в моем исполнении, потому что все остальное, безусловно, мне там рассказывают, приходят такие истории, ну, в общем, ну, я считаю, что это неправильно. И все, что связано с физической нагрузкой, только вот те женщины, которые, в общем-то, долго-много работают и не влазят в собственный стул, вот, они могут, наверное, что-то другое, потому что, ну, как заставить там ее пойти без лифта? Ну, это же провал, да? Существует тут же, как бы, масса обманов в плане этих всех чаев, да, всех этих добавок пищевых. Ну, не знаю, меня не окружают такие люди, которые добились бы успеха, значимого успеха, да, потому что есть такое понятие, как отдаленные результаты, да, то есть мне говорят там доктору, там, вот, там, Маша, посмотри на нее, там, она так, ну, там, встречаем Машу через год, и Маша там, да, то есть, ну, хотелось бы, чтобы люди, которые что-то говорят и заявляют, показали бы 5-10 лет, как вот рак, да, 5-летняя выживаемость есть в раке, да, то есть это является показателем, то есть вот при таком заболевании рака 5-летняя выживаемость, там, 90%, все, доброкачественно, все, мы понимаем, да, а здесь, ну, есть семьи сразу результат, да, вот он есть, но как ты будешь с этим жить, ну, то есть это такая, жизнь же не заканчивается этим месяцем, день рождения 30 лет, это же, конечно, один раз в году, правильно, вот. Поэтому, в общем, для этого с фармакологией все, потому что, безусловно, я знаю и могу вам рассказать на ушко потом каждому, как надо делать быстро все это, да, и где это купить. Но я вам не советую, потому что это приведет, ну, к плачевным результатам, а иногда даже к импотенции. Вот. Поэтому каждый решает сам, и кто понял, кто бросил жребий, тот поднял парус. Да? То есть вот я закончу про фармакологию, потому что… Да. Формы. Есть разница от формы выпуска, то есть L-карнитин, но есть в жидком виде, да, а есть в таблетках. Ну, значит, у нас Александр Радулов, это самый дорогой игрок вообще там, да, мира, да, он, значит, у нас сейчас L-карнитин атак в ЦСКА, а там есть гуарана, да, и, значит, он был подвергнут анафеме, потому что L-карнитин атак содержит гуарану. Ну, почему это Радулов сказал в конце сезона, когда я его целый день пропил, там, да, непонятно. Ну, прочитал, видимо, что слово гуарана там это. Но, в общем, естественно, нет, конечно. То есть, как ты его пьешь, нет. Ну, просто это удобство. Ты должен это развести, и для этого есть время. А тут ты открыл и бахнул его, да? Конечно, совершенно нет. То есть, действующее есть вещество одно и то же, и, в общем, как бы это. А, да, следующий слайд вот отсюда. А, точно. 8,2. Ну, в общем, я специально зарядил этот слайд, у меня его раньше не было. Дело в том, что я сегодня там не удалось мне добраться до своего компьютера, где у меня есть презентация, потому что я ночью занимался медициной. И, соответственно, сегодня на работе завоял новую презентацию. Почему не презентации две, да, потому что так получилось, в общем. Ну, вот этот слайд, он очень интересный, я его раньше не видел, а сегодня готовился и вот увидел. То есть вот что мы хотим, функцию, да, которую мы хотим, то нам и надо. То есть мне всегда говорят, доктор, а вы нам не рассказали про БЖУ, то есть белки, жиры и углеводы. Сколько процентов надо белка, жиров и углеводов, да? То есть вот ответ на вопрос. Что мы хотим добиться? То есть считается, ну, типа считается, в Советском Союзе тот же профессор Уголев всегда рассказывает, что это 50%, это 20%, это 30%, да? Ну нифига себе, это неправильно, если человек бежит 20%, какие 50%-то? Ну о чем мы говорим, этих-то, да? Вот 65% тогда углеводов в этот день. Потому что мы бежим, нам же на что-то надо бежать. А потом подхватят, да, но все равно мы там после десяточки возьмем еще пакетик 25 мл, хоп, скушаем там, да, или аминокислоту там на пятнашке.
То есть, ну, смешно, да. Здесь, естественно, же про жиры мы очень, очень мощно все отмечают 3,6 омега-кислоты, вот эти, да, которые прекрасно влияют. Жир нужен обязательно для построения. Я принципиально не консультирую людей до 25, ну, там, до 23 лет, ну, с большими проблемами, потому что пока не установился скелет, да, не образовался скелет, лучше человека не трогать. И жир является очень большим строительным материалом для кости. Да? И там приходит мама, у нас там фигуристы рядом, и они все приходят, прознав про меня, там доктор, там девочка 16 лет, я буду олимпийской чемпионкой, прекрасно, мне надо похудеть, не ко мне. То есть, ну, очень, они все прут там, мы знаем тренера Тарасова, там, значит, она назначает их олимпийским чемпионом, ей не так нравится. Я говорю, а кто тебе сказал? Тарасова. Понятно. Я буду олимпийской чемпионкой в 2018 году. А кто тебе сказал? Тарасова. Все, ясно. Если, можно, я поговорю с Татьяной Анатольевной, может быть, кого-то, если хотите, назначу. Она ко мне тоже приходила, кстати, ну, так, просто поболтать. То есть, такая вот история в этом, этот показывает то, что мы хотим. То есть, если мы хотим вот это все, то вот мы вот этого. Если мы хотим вот энергетически, то есть, долго и что-то делать, то нам без этого не обойтись. Ну, а если мы хотим 110, то, естественно, вот это, конечно, жиры, это наша тема, в общем, и сам. Ну, давайте покажем еще несколько биоимпедансов, чтобы так немножко повеселее было, разнообразнее, потому что слов много, а так оно все. А вот про мотивацию, да, мы всегда говорим мотивация в спорте. Человека зовут Энрике, он откуда-то, в общем, такой вот, даже страны не знаю. Вот, но он россиянин. Он россиянин, он говорит плохо по-русски, но он россиянин. Вот, и он чемпион мира по кикбоксингу, между прочим. И у него был W5, здесь известная московская контора проводила бой, и, соответственно, тренеры там обратились, говорит, это самое, слушай, ну что-то он там приехал с родины, там, с Пальмы, там, с леса, и, в общем, это самое. Ну, значит, просто быстренько, да, 28.05, 3.07, 33 дня, да. Пришел человек, и он говорит, доктор, я плохо по-русски, вы мне напишите. Я ему прям написал, значит, цель жиросжигания. Первый гладкий бег, второй на стадионе Торпедо, бег и забегать на трибуны. Третий день плавания, четвертый день велосипед, пятый день зал, ну вот это специальная работа. Человек, вот что значит мотивация. Он пришел, говорит, слушайте, доктор, я все сделал, как вы сказали. Вот как вы сказали? Ну давай посмотрим, как ты сделал. Опа, а человек сделал, как мы сказали, минус 4 килограмма, при этом 2,2, ну он тренировался также, да, ударную технику делал, плюс 2,2 набрал, вес изменился незначительно, да, на 1 килограмм минус, но при этом минус 4 жира и 2,2 мы имеем, ну, то есть водички там не прибавилось, и мы имеем 2,2 мышечной массы. То есть вот ему, по-моему, 24 года, да, то есть вот за месяц человек превратил, ну, ходил с рюкзаком 4 килограмма жира, да, а потом взял и это самое. И у него было два китайца, одного во втором раунде, по-моему, второго в третьем. То есть, и то он говорит, я его пожалел там во втором, типа, серии, пусть живет. Вот. Тогда крайний слайд другой, уже 20.48, да? Ой, мне надо спать в 9. Вот. Значит, да-да, крайний, ставь. И вот это моя любимая, тоже я такой нахожу, женщины находят это противным, да, но, в общем, все дело в том, что, особенно вот это мне нравится, вот это, да, вот. А кто-то говорит, доктор, это язык, вот. Значит, тема такая, что вот вы сегодня прослушали, как можно делать по-другому, да, как вот есть такое течение, оно большое достаточно, мы собираемся, вот я лечу в Нью-Йорк 8 ноября, там, на посиделке, и люди, ну, и, к большому сожалению, это можно услышать только в Германии, в Швейцарии и в Америке. На российские конференции вообще нет смысла ходить, потому что, ну, там, товарищ Тутельян выступает, ну, это, в общем, грусть, вот. До сих пор в российской диетологии не ушла эта тема, что если ты хочешь поговорить с автором учебника, то надо обратиться к четвертому человеку, который написан на книжке. То есть не первые три, это паровозы, а четвертый человек, он ее писал. Вот. И поэтому ситуация такая, что я сейчас вам рассказал о новом чем-то таком, да, дал вам новые знания, теперь у вас новое сознание, вы живете с новыми знаниями, как вы ими распределите в мозгу, да, то есть это как бы решает каждый себе сам, кто-то там что-то услышал, кто-то там ничего не услышал и будет жить так же, но тем не менее я всем вам желаю приятного аппетита.